Студенчество – это время приобрести профессиональные навыки, стать мастером своего дела и воплотить в жизнь самые креативные идеи. А кто же смог преуспеть в учебе и раскрыть свой творческий потенциал лучше других, узнаем на областном этапе республиканского конкурса «Студент года 2023». Сегодня именно на площадке ВГУ Машерова мы проводим областной отборочный тур для того, чтобы выбрать лучшего студента, который будет представлять достойно Витебскую область на республиканском финале нашумевшего, престижнейшего конкурса Союза молодежи «Студент года». В этом году у нас принимают участие все 6 вузов, и причем не по одному представителю, а по несколько. В целом это 13 студентов, самых талантливых, интересных, уникальных людей, которые сегодня помимо своей учебы занимаются и такой культурно-досуговой деятельностью и раскрывают свой талант не по назначению своей профессии, а еще в таком творческой среде. Здорово, что проходит областной этап. Здорово, что вы сегодня отложили мобильные телефоны и пришли в великолепный зал Витебского государственного университета. Здорово, что уже победители у нас на сцене, потому что это уже победа оказаться на этой сцене. Знаете, вот сижу и думаю, как классно, что такие у нас в Республике Беларусь проходят мероприятия. Это классно, это здорово. Это вот те эмоции, которые вы пронесете через всю жизнь. Каким этапом конкурса нужно было подготовиться? Нужно было подготовиться к визитке, к ораторскому конкурсу и к творческому конкурсу. В визитке мы представляем себя, раскрываем. В творческом конкурсе мы демонстрируем свои танцевальные, вокальные, творческие способности. А в ораторском мы представляем себя, на какой специальности обучаемся, свою профессию. От участия в конкурсе «Студент года» я бы хотела получить, конечно же, положительный результат, за которым я шла, потому что я считаю, что для меня это очень важно, и для нашего университета очень важно всем показать, что мы достойны победы. Для меня этот конкурс очень важен. Я хочу показать все свои таланты, научилась работать в команде, как-то сближаться с ребятами, и чтобы все было у нас хорошо. С самого детства я отличалась целеустремленностью, и всего, чего хотела достичь, я достигала. И поэтому, поставив для себя такую цель, как «Студент года», будем делать все возможное. Очень долго. Это была моя мечта. Все равно для себя я первая, самая лучшая. И я надеюсь, что мы достойно представим наш университет на республике уже, на этом конкурсе. И, наверное, в конце самым правильным будет сказать спасибо моим друзьям, моей семье и моему университету. Я не ожидал такого результата, правда. Я благодарен всем, кто помогал мне. Безумно я благодарен всем своим друзьям, близким людям, которые вдохновляли меня каждый день, которые помогали мне во всем и своему университету за такую возможность.